Привет, друзья! Вижу, вам понравилось комментарии строчить под каждым видео. Показываю вам победителей из прошлого видео, кто выиграл по 500 золота. Под этим видео тоже можете писать комментарии от 5 слов и более. В конце не забывайте писать никнейм, если хотите тоже поучаствовать в розыгрыше золота. Это только для Ру-региона, поскольку золото от Лесты. Ну а мы переходим к новостям. И первое — это марафон в боевом пропуске 11. Будет 4 глава дополнительная, главной нарадой которой станет премтанк новый. Это своего рода очередной марафон на премтанк, который у нас уже подобный был в виде дополнительной 4 главы. Единственное, что неизвестно, в конце лета какой новый премтанк мы в этом мероприятии увидим. На супертесте много различных танков там имеется. Недавно добавили какую-то американскую ПТ-шку. Там есть еще китайские тяжи. За последнее время китайских тяжей акционных везде было очень много. Также еще у нас в этом году, я так понимаю, будет премтанк колесный британский, средний, и ветка британских колесных средних танков. Я думал, осенью у нас будет премтанк британский, но возможно в конце лета увидим в этой дополнительной 4 главе. Пока что еще это будет не скоро, и какой там танк именно будет, неизвестно. Доживем, увидим. С 26 мая в постоянную продажу добавляют премтанк СТРВ-81. За последнее время много премтанков добавили в постоянную продажу, и большая часть из них очень слабые, и этот не исключение. На странице, где эта новость, там есть еще даже внизу пазлик, можно его собрать. Поскольку я очень занятой человек, поэтому я, проснувшись, потратил 8,5 минут на то, чтобы собрать этот пазлик. Также увидел, что там очень много настроек различных, хотя казалось бы, это просто пазл, собираю его и все. Чтобы в игре было столько настроек, как в этом пазле. Ну и сразу скажу, за это ничего не дают. Собрал — молодец, потратил свое время. Ну и закончу обзор этого пазла. Раз я уже начал, собирать его удобно, поскольку каждый пазл своей формы и встает только в свое место. Куда не надо, его не запихнешь. Также за последние месяцы добавили в постоянную продажу еще Эмиль 1951, КВ-4 КТТС, М4Y, Йох который, Т-42 американская СТ-шка. И все эти танки очень слабые, но они все в одну цену. То есть все эти танки добавили на постоянной основе в продажу. Постоянно они продаются, и все одинаково стоят, поскольку в одном из последних патчей все цены выровняли, и на каждом уровне все танки в одну цену. И премиумные, и непремиумные, и так далее. Ну и аж 3 апреля, один из первых танков за последнее время, который добавили в постоянную продажу, это был Компанзер 07. Он всегда теперь тоже продается, но это, наверное, единственный не слабый танк, но очень скиллозависимый. Легко на нем не будет. И даже его особо в рандоме не найдешь. То есть все эти танки добавили на постоянной основе в продажу. А где они вообще в рандоме? На них как никто не играл, так и не играет. Что-то там где-то какой-то разработчик в какой-то новости, не помню в какой, говорил, что нужно сделать, чтобы прям танки были сбалансированы так, чтобы танки выбирали по внешнему виду, по геймплею и так далее, а не по имбовости. Ну вот цену выровняли, осталось вот баланс выровнять. Только через сколько лет это будет, непонятно. Пока что мы видим, что в продажу добавляют танки, которые редко продавались, но слабые, скиллозависимые. И также еще в трейдыне добавили обмен 1:1 для того, чтобы вывести имбовые танки из игры и вместо них добавить более слабые. Видим, что сильные танки Леста пытаются из рандома вывести и вместо них ввести более слабые. Это хорошо, но не все поменяли имбовый танк на слабый, поскольку там были и выгодные предложения. Также еще с введением режима натиск сломались мастера на десятках. Их стало сложнее взять, планки выросли очень сильно. И вот починили это все. Теперь на десятках можно снова брать мастеров по старой планке. Она спустилась туда, где должна быть. На тесте добавили два стиля. Триколор, который можно будет получить в День России. Я так понимаю, он будет бесплатный, но пока неизвестно, как его можно будет получить. А второй стиль 2D... Квит на Беларусь, не знаю, как правильно читается. Его можно будет получить в День независимости Республики Беларусь. Эти стили оба бесплатные, по крайней мере на вот экспресс так написано. Видимо, будут какие-то там задания, за которые можно будет получить эти стили во время этих праздников. Также еще 25 мая было обновление, из-за которого моды не слетели, что радует. Одну из ошибок, которую починили, это круг обзора на миникарте, который не соответствовал действительному обзору танка. Вы мне часто писали, что у вас кружочки не совпадают. Да как так, у меня там обзор максимальный, а кружочек не максимальный. Что там не так, я не понимаю. Вот, починили.
Также в натиске починили еще ошибку, когда в начале боя танк становится неуправляемый, ну и некоторые остальные ошибки. Все, теперь игра идеальная, можете смело играть целыми днями. Также еще появились задачи от игрока КХЛ. Можно зайти на сайт, в эту новость, нажать очередной раз кнопку «Активировать задачи» и, выполнив задачи, получить награды. Там три задания: нанести 20 тысяч урона, 15 раз попасть в топ-10 и заработать 10 тысяч опыта. Награды: 3 декальки «Волк», 3 аптечки, 1 резервик, 3 декали «Хоккей», 3 ремки, 1 резервик, ну и главная награда — 2D-стиль «Ледяная броня» и 3 больших огнетушителя. Получается, у нас по 3 расходника каждых: ремка, аптечка, огнетушитель, и по 2 резервика на час. Жаль, что среди них нету резерва на серебро, поскольку они самые интересные. В шапке новости стиль у нас нарисован вот такой вот, весь яркий, необычный, красно-синий-серебристо-белый такой. Но в награду мы получим старый стиль, черно-синий. Он у меня уже есть давно. Жаль, что стиль дадут старый в награду. За последнее время так много всяких заданий, задач и акций, в которых нужно зайти на сайт и кнопку клацнуть, что люди уже, наверное, просто спят под этим сайтом, кнопки клацают целыми днями. Видимо, люди забыли, где там сайт, как на него пройти. И разработчики решили напомнить, что вот же он, сайт-то, зайди, поклацай что-нибудь. Также до конца месяца не забывайте, что там ежедневный табель-календарь существует. Уже 26-е, можно было 26 раз клацнуть на этот табель-календарь и получить 26 наград различных. Я клацнул на него 8 раз. То есть я больше половины пропустил. Я реально вот про такие события я всегда забываю. Я не знаю, где мне должно всплывать уведомление, чтобы я замечал, что этот табель-календарь вообще существует. Мне кажется, при входе в игру, прям на весь ангар мне надо написать, что алло, там табель-календарь существует, а ты в него не клацаешь. Только тогда, может быть, я вспомню, что он есть. Вот такие вот новости. Прям за последнее время я вас завалил новостями, поскольку было что рассказывать. Не забывайте писать комментарии с никнеймом. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, пока.